обязательно спиливать дерево, да? И по веткам. Так, по веточкам. Да. У каких деревьев мы по веткам можем ищать? У дуба. По грибам. По грибам. Не по грибам. Я знаю. У сосны можно еще. У березы можно и по полоскам. У хвойных деревьев можно посчитать по веточкам. Вот дерево лежит. Так. Ну и снизу веток нет. Да. Что нам поможет посчитать? Ну, у нас все-таки росла же это время. Там остаются такие от веточек, да? А мы вот на одну. Подойдем, посмотрим. Это липа и береза. Так. Вот на это очень хорошо видно, да? Вот они остаются, так сказать, веточки оттуда. Да, сейчас вот прошел грозу, вот ничего, вот этот она мало проросла. Потом хорошие видно условия были у нее, да? Если мы все посчитаем, то определим возраст, сколько примерно этим деревьям лет. Ну вот на этой очень хорошо видно, да? Так, давайте посчитаем, кто возьмется за это дело щитоводом? Я! Так, ну давайте несколько, чтобы не сбить друг друга, не надо там близко трогать. И пасынки считаем. Раз, и потом сравним результаты. Три. Про себя считайте, чтобы не сбить друг друга. Ну снизу тяжелее, да? Потом по веткам будет легче, там ветки хорошо видны. Потом ветки на одном положим, да? Потом проще. Так, можно там любое другое дерево взять посчитать. 32. Так, Саша 32 насчитал. Что этих считаешь? Веток? Да. Тут где-то там 60 штук. 60? Вон там 10 штук на вышке. Да. И что, 60? Нет, один интересный, я могу понять. Нет, ну не 60. Видна, во-первых, линия горизонта. Примерно, ну вот посмотрите. Если бы мы представили визуально альбомный лист, да, и рисовали бы сейчас этот лес, линия горизонта где-то посередине листа проходит, да? Потом что есть посередине, да, на линии горизонта есть одна точка, которой все, что бы мы ни нарисовали, сходится. Обратите внимание на размер деревьев. Как-то он меняется. Смотрите, как здесь, и потом что к этой точке все меньше становится размер, да? Так, вот вам перспектива. Где? Так, мы назад посмотрим. Видна перспектива? Так, тоже линия горизонта там немного видна, снег. Да? Так, сравнивайте с вашими капюшонами, да, веточки, деревья как расположены. Хорошо. Так, как называется так называемая опухоль на стволе от березы? Кап. Так, что можно изготовить из капа? То есть декоративные украшения. Хорошо. Запомнили. Кто запомнил, как называется чтение следов? Следопытство. Так. Еще. Следопытство это следить, а да? Какие еще деревья нам здесь встречались? Дуб. Нет. Есть. Липы, так? И следы удалось нам, не надо этого делать. Лисы, зайчи, собачки и белки, собачки, конечно. И человечки.